Привет всем, канал Рыбацкое Счастье. Едем на рыбалку. А я рыба, я рыба, я рыба. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо. А я рыба, я рыба, я рыба. Не хожу на работу, не получаю прибыль. А я рыба, я рыба, я рыба. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо. А я рыба, я рыба, я рыба. Не хожу на работу, не получаю прибыль. В этом мире люди забыли о счастье. Отправляемся. Спиннинг у меня сегодня подарили мне женой Касадака Джет. 2.40, 5.25 тестом. Катушка. Катушка тоже мне подарила жена. Шимана Ультегра. Очень, очень довольна я катушкой. Аж пищу. Попробуем сегодня воблерочки разных калибров. Те, которые у меня есть. А может быть, попробуем джиг. Финки у меня универсальный, я думаю. Так что будем пробовать на все. Узел не знаю, как называется. Увидел в интернете, и очень мне нравится такой. Простой, в то же время надежнейший. Поводочек флюрокарбоновый поставил. Но толстый. Смочить обязательно. Все. Собирай. Пошел. Вот, ребята. Пришел я на водохранилище. Ни разу я здесь ни одной удочки не забросил. Хотя вообще она мне так недалеко от дома. Местность не представляю, рельеф не представляю, что тут есть, тоже не представляю. Ну попробуем, что тут интересного может быть и есть. Вот. Кто это? Кто это мы в горбу не показывает? Лещ? Селитерный. Или кто это? Непонятно. Кто-то показывает горб. Не знаю, видно на камеру? Должно быть видно. Кто-то по мелководью шарится. Попробую резинку покидать. Что она мне покажет? Наверное, здесь мелко. Поставил 10 грамм, походу там вообще мель долгая.
Вот, ребята, уже полтора часа ни одной поклевки не видел я. И джик, и воблерочки, оторвал один воблер и одну резинку. Ни одной поклевки не было. Ветер усиливается. Тучки набегают. Походу сегодня первый холодно-теплый день. Не принесет никаких результатов. Вообще. Ни окуневых, ни щучьих, ни другой такой рыбы. Плачу, не смеюсь, не говорю спасибо. А я рыба, я рыба, я рыба. Не хожу на работу, не получаю прибыль. А я рыба, я рыба, я рыба. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо. А я рыба, я рыба, я рыба. Не хожу на работу, не получаю прибыль. В этом мире люди забыли о счастье, убивая в повседневности праздник. Кто пытается разобраться во власти, а те скрывают правду. Ну что, друзья, не прошло и 3 часов, как наш папа возвращается с рыбалки. 2,5 часа, около 3 даже, как ты отсутствовал. Как оно? Ни одной поклевочки. Да что ты? Ни единой. А что ты им предлагал? Предлагал им и резину. И железяки, и вертушки. Так что сегодня, ребята, не мой день. Никак. Да и вокруг они вон сидели, все кидали. И нифига у них ничего не было. Ну, сегодня ветер очень сильный, может быть, в этом ветер причина? Ветер северный, ну не знаю, что на что влияет. Но еще и уровень воды тут какой-то, как будто сливает прямо сейчас. Так что, короче, рыбалка... Узнали, для разведки. Ага. Ни хрена тут нет. Я не знаю, кто это плывет, но то, что он вытворяет, это просто жесть. Это просто жесть. Это не наш папа, но тоже интересно. Вот она, рыбка-то. Эта лялька вытворяет солитерный лещ. А солитер, как известно, те же глисты. А с чего ты взял, что это солитер? Потому что лещ ведет неадекватно себя вообще. Он плавает поверху, выпрыгивает. И вообще ему все до лампочки. Плавает, никого не боится. Я же головкой попал ему по голове, ему по барабану вообще все. Вот так. А что, то есть есть таких нельзя, вон мужчина-то его ловит. Да делать ему нечего. Ну почему нельзя? Можно и пропарить, и прожарить. Ну, как бы чревато заражением.
Вот такая вот беда-то с этим лещом. Но кроме него здесь все равно никого не было. Сегодня? Сегодня. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо.